Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 октября. Память блаженного Исихия Хоревита. Святой Исихий сначала совершенно пренебрегал спасением души, но вот он заболел и во время болезни раскаялся. Тогда он упросил всех окружающих оставить его и пробыл в затворе 12 лет в полном безмолвии, питаясь только хлебом и водою, и все время проводя в молитве и слезах. Когда настало время его кончины, то братья обители вошли, сломав двери, и как не заговаривали с Исихием, слышали от него одно: «Простите, кто хранит в душе память о смерти, тот не станет грешить». Братья дивились происшедшей с ним по благодати Божией перемене, и по смерти его с честью погребли тело его. По прошествии некоторого времени они стали искать святых его мощей и не нашли. Через это Господь показал всем силу истинного покаяния для желающих исправиться, хотя бы и после долгой небрежности о спасении. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.